Здравствуйте, уважаемые подписчики, с вами снова я, Алексей, и мой канал про посылки из интернет-магазинов китайских и других различных стран. Это, кажется, с Алиэкспресса, что здесь, я не знаю. Трек устал пробивать. Ну, давайте откроем и посмотрим. Так, делаем аккуратненько, чтобы не повредить посылочку, это очень важно. Мало ли что у нас там внутри. Так, здесь у нас всего. Смотрим. Что же нам пришло такого интересного? Наш любимый пакет пузыря. Как его называют? Так. Ага. Ну что ж. Ладно, пусть будет так. Значит, это у нас что такое? Смотрите, я заказывал рации, но, к сожалению, может быть, к счастью, не знаю, но все-таки к сожалению, хотелось бы сначала рации увидеть, а потом уже различные аксессуары для них. Это у нас переговорное устройство наподобие тех, которые... Ой, извините, что-то вам не видно совсем. Прошу прощения, давайте я сделаю, попробуем вот так вот. Вот. Это у нас переговорное устройство наподобие тех, которые используются водители автобусов. Как точно они называются, я не знаю. Но суть в чем? В общем, в рацию специально вставляется вот этот штекер. Один отвечает за наушники. Ой-ой-ой, что у нас тут все выверяет. Так, пардон. Ладно, давайте так попытаемся. Вот, значит, один вставляется штекер для наушников, один как бы в разъем, вернее, для микрофона. Тут у нас специальный такой пружинный шнурок, и здесь у нас получается, это отвечает и за микрофон, и за наушники. То есть нажимаем кнопочку, мы говорим, отпускаем кнопочку, мы слушаем. Ну, данный индикатор будет сигнализировать, видимо, о передаче и о приеме. Снизу у нас тут имеется разъем. Так, вот только подо что. Ну, я так подозреваю, наверное, под наушники, скорее всего, потому что это все-таки микрофон. Вот, я так подозреваю, скорее всего, под наушники. Вот, на обратной стороне у нас имеется такая прищепочка, ну, которую я практически уверен, очень удобно куда-нибудь вешать. И вот такая вот трещоточка. Ну, то есть на лямочку. Ну, как раз какой-нибудь сумочке, не знаю, кармашку. Ну, придумайте сами, куда вам ее вешать. Вот, на этой прищепочке раз так и повесили. Вот есть отверстие, не знаю, подо что. Ну, может быть, на какой-то крючочек, если вешать. Говорите, отпускаете, говорите, отпускаете. Вот, такая вот вещь. Пришло их две, потому что я заказывал себе две рации. Для чего такие вещи нужны, как правило? Ну, к примеру, вы выезжаете в мокрую погоду, в снег, в дождь, в сырость, еще неизвестно где. Рации не все как бы бывают водонепроницаемые. Те, которые заказал я, они точно не водонепроницаемые. Поэтому для них специально я заказал еще чехольчик водонепроницаемый. Значит, рацию я бросаю в чехольчик, полностью закутываю, вставляю данный штекер. Все, рация у меня полностью защищена от воды. А это переговорное устройство, ну, сгорит, сгорит. Грош ему цена. 200 рублей или что-то в этом роде. Точно даже не помню сколько. Зато рация будет цела и невредима. И очень удобно, потому что она сама по себе как бы легкая. Сама по себе легкая. Провод вот этот вот пружинный позволяет, ну, довольно-таки далеко закрепить где-то рацию в более удобном месте. И без проблем позволяет как бы до рта, скажем так, дотягивать этот микрофон, независимо от того, где рация у вас закреплена. Ну, в разумных пределах все-таки, не знаю, какая здесь длина. Ну, думаю, ну, вот сейчас попробовал растянуть, ну, порядка метра-то будет. Ну, я думаю, до любого кармашка дотянется у вас на теле. Вот такая вот прикольная штучка. По рациям я не специалист, это покупка как бы первый раз у меня раций. И опять же, это не рация пришла, а вот лишь такие вот штучки. Поэтому что, как, понятия не имею, настраивать, там, использовать, я не профессионал. Придет рация, будем, наверное, все тогда уже испытывать. Вот. Такие вот две замечательные штучки, не знаю даже, как они называются. Ну, давайте выносной микрофон их называть. Выносной микрофон-динамик. Ну,
Если знаете правильное название, можете в комментариях написать. Ну что ж, спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Может быть, увидите еще что-нибудь интересное. До скорых встреч!